Привет всем, бонжур а тус. С вами тандем Франко-Рус и наш байкальский вояж. Сегодня у нас должна была быть экскурсия на мыс Хабой. Но поскольку там были только что пожары и боятся повторения, возобновления пожара, экскурсию отменили. Решили перенести на несколько дней позже, там пару дней, может быть, как-то все уляжется и нам дадут разрешение. Тогда мы решили, что сегодня поедем на остров Огой, но с утра у нас такая погода, что, в общем, ходить вокруг ступы под зонтиками и по колено в воде как-то некомфортно. Можно пойти гулять по хужиру, по мокрому песку, по мокрой траве, под дождем. Так себе идея. Пойти в баню. Ну, если уж в баню, только это вечером. Мне так кажется, чтобы потом спокойно расслабиться у себя в номере, а не так, чтобы в баню распариться, намассажироваться, а потом по холоду на экскурсию. Как бы тоже так себе идея. Ну вот сидим, думаем, что будем делать. Сейчас покажу, что у нас за окном. За окном у нас вот так идет дождь. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Делать-то просто тут нечего. Ну вот так, пока, в общем, не знаем, чем будем заниматься. Ждем, пока кончится дождь. Обещают вроде бы через час-два, что он кончится. Может быть, тогда мы поедем на экскурсию. Будем надеяться, что все будет хорошо. Оставайтесь с нами. Вот то, что грейдер ходил, было все ровненько и хорошо. Вот вы сами видите, что стало. Это он, зараза, испортил погоду. Не ходил, прошел, хоп, погода испортила. Так он явно наделал здесь. А вон он ходит-то. Он и не останавливается. Асфальт кладут. Да. Нет, асфальт они не будут нынче ложить пока. Просто сейчас они укладку делают дороги, только я не пойму, что они делают. Зачем вот эти все вот сливы вот эти все делают? Это все ерунда. Туяма Туканава, японская дорога. Да. Слушай, угадала. Сафари. Да. Именно там. Сафари лучше, наверное. Последний. Где фотошофист, вот и купил, пытаюсь принять через этаж. Я так понимаю. Море, озеро Байкал. В летнее время организуются экскурсии на катерах, в зимние на автомобильном транспорте по льду озера. Но нет плюсов без минусов. По мнению представителей Сибирского института физиологии и биохимии растений, увеличение туристического потока станет губительным для растительного и животного мира острова. У нас не близкий, но у нас совершенно замечательная лодка, яхта. Даже не знаю, как правильно. Феррари среди кораблей Альхона, по словам нашего гида.
вот и первая остановка. Остров Зимовой. Большой, скалистый остров на Малом море. Остров называется Зимовой. Зимовой. Здесь очень часто бывает нерпа. Вот она прямо на камушке туда влазит. Самый таинственный остров на Байкале. Этот остров обходит стороной все суда, на него не высаживаются люди. Экскурсоводы часто рассказывают, что остров Зимовой древний или прозорий, что многие века туда привозили умирать прокаженных. Но никаких фактических данных об этом не обнаружено, только слухи. Остров практически не посещаем, делать там особо нечего. Но зачастую на его скалистых берегах отдыхают нерпы. Вот нам сегодня не повезло, нет ни одной, так что мы отправляемся дальше. Так?
менее интересное. Оказывается, тут есть крокодилы. Крокодилом зовут остров Альфред. Остров Альфред или крокодильчик? Он не зеленый, и рептилий около него ни на нем, конечно же, нет. Но по форме напоминает крокодила, да еще небольшая растительность на хребте и изобилие мхов дополняют это сходство. Также его называют птичьим, там и правда очень много птиц. Но мало кто знает, что на острове Альтрек раньше хоронили шаманов. Поэтому остров имеет особое значение с точки зрения местной религии. На острове можно найти 6 захоронений. Они выглядят как собранные камни в форме лодки, направленные на восток. Также здесь можно найти круги из камней для ритуальных костров. Конечно, высаживаться не стали, полюбовались на причудливые очертания острова, на скалистые берега и снова в путь. Цель нашего путешествия – остров Огонь. Сейчас будем высаживаться и пойдем его осматривать.
Но об этом в следующем видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И до скорого, агентов, пока-пока.